Всем привет! Сегодня у нас в обзоре вот такие вот интересные часы, суточные на 24 часа, ракета. Города здесь: Чикаго, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Дакар, Лондон, Женева, Москва, Саратов, Ташкент, Новосибирск, Иркутск, Магадан, Аляска, Сан-Франциско и так далее. Вот такие вот интересные часы были у меня выставлены в интернет на продажу. И сегодня позвонил человек, купил их за 680 гривен. Часы то работают, то не работают. Вот ремонтом я не занимался им. Если посмотреть на аукционы, то такие часы в подобном состоянии могут уйти за 200-300 гривен, но потолок до 400. Поэтому рекомендую всем моим подписчикам выставлять на обычные сайты, там где люди выставляют все подряд. Техника, часы и так далее. Максимально выгодно там и нет никаких комиссий. То есть вы получаете всю ту сумму, которую укажете за объект. Ушли за 680 гривен. Ну и вообще поломанные часы вот такого плана недорогие. Лучше не выставлять на аукционы, потому что уйдет за копейки, в основном на запчасти, или кто-то восстановит ваши часики. И плюс вы еще заплатите комиссию. Вот такая вот отличная продажа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!